умение ничего не ждать. И просто я приведу пример. В ночь наступления Яниного дня рождения я находилась со мной в одной компании, и вот, значит, 0:15, мы тут такие, ага, давайте поздравлять. Ну и казалось бы, понятно, у человека день рождения, человек сидит в компании, конечно, человек ждет каких-то поздравлений и прочего. Тут мы все накидываемся на Яну, Яна получила маленький презент, и Яна плачет от счастья. Она даже не ждала, что ее будут поздравлять, обнимать, целовать и радоваться тому, что она родилась. Яна, очень здорово, что ты у нас есть. Это прекрасное чувство, которое ты вызываешь у всех окружающих, меня, например, людей. Так что, вот, в общем, поздравляю тебя с днем рождения.